Да, отлично. Игорь Николаевич, в принципе, все время нам говорит, что хорошая команда не может проигрывать более 2 раз, поэтому мы, можно сказать, были вдвойне мотивированы, чтобы порадовать наших болельщиков. Я думаю, они соскучились по этой атмосфере, как и мы, в принципе, потому что был выезд, и сейчас опять предстоит выезд, и долго будем не играть дома, поэтому у нас была двойная мотивация порадовать болельщиков. Родные трибуны, они все же помогают или в целом без разницы, где играть? Ну, конечно, помогают, и я думаю, что все любят играть больше дома, потому что у нас, опять же, невероятная атмосфера, и билеты разлетаются там за 5 минут. Расскажи про свой гол. Как так получилось? Просто выбрасывал или пытался попасть? Ну, я уже сказал, что не раскрою этот секрет, и просто увидел, что опасный момент на пятаке, нужно было ее куда-то выбросить, и получилось так удачно, что выбросил и забил гол. Спасибо.